На кого? Любой танец, традиционный танец, это танец со смертью. Вообще говоря, все культуры всегда учили, что она должна быть у нас на плече. Моменты в этом смысле танец для меня совершенно особенный. А женщина, танцующая фламенко, в первую очередь, именно женщина, всегда жертва. Только очень трудно сказать, кому она жертва. Кому она приносит эту жертву. И, конечно, она приносит ее зрителю, но зритель, особенно когда зрителей больше, чем сейчас, это вещь абстрактная. Она приносит жертву не своему мужчине, не своему ребенку, она жертвует Богу. В конечном итоге наша общая беда заключается в том, что мы обречены на одиночество. Поэтому мы всегда танцуем танец со смертью. Здесь в традиционной культуре, конечно, должен быть череп, от настоящий череп. Что мы должны сделать для того, чтобы одиночество преодолеть? Нам нужно умереть. Вот двое любовников просыпаются после интимной близости. Женщина хочет нежности, ласки, просто ласки. Мужчина отодвигается или вскакивает с постели. Он не знает, что такое нежность. Женщина чувствует себя мучительно одинокой. Что нужно сделать мужчине, чтобы этого не было? Опираться на свои комплексы, отношения с родителями, которые сформировали этот его страх перед нежностью. Ему нужно отдаться ее ласке. Ну, просто отдаться и не думать о себе. Это очень часто оказывается невозможно, потому что это маленькая смерть. Где она?
Этот предмет, на самом деле, долгие, наверное, тысячелетия служит для убивания эго. Мужчина вообще не оружие. А я очень люблю ритуальное оружие, которое никогда не использовалось в целях убийства другого человека. Это орудие для маленького самоубийства. Посмотрите. В середине ваджра. Оружие бога грома Шивы. Один из самых древних на Земле символов божественной силы. Ну, она вообще-то должна выглядеть из двух вот таких корон, а здесь одна из корон превращена в этот треугольное лезвие. Ну, как бы развернуто лезвие. Сверху это самая древняя форма. Есть разные формы. Мертвая глава, все та же мертвая. Смотрите, как все просто. Ты хочешь получить силу? Ты должен умереть. Смерть является источником силы, не ты. Выдвижение или проявление себя, а смерть. Я сейчас говорю не только о психологической, но и о физической смерти тоже. Одна из самых древних легенд тибетских, поскольку это тибетский легенд. Связанных с одним из самых древних ритуалов на Земле, который на Тибете называется «Чорт». Рассказывает легенду о семье Читипатхи. Ритуал «Чот» проводится на кладбище. Там человек должен вызвать в себе всех самых страшных демонов и по одному уничтожить их кругом. Он вызывает свои страхи. В центре ритуала «Чот» находится древний как мир танец. Семейство Читипатхи стало святым, поскольку они так увлеклись ритуалом «Чот» и этим древним танцем, что не заметили, как умерли. Я не могу притащить с собой на себе столько бронзы, поэтому это, возможно, вы видели эти изображения. Это изображение двух танцующих скелетов, которые, по всей видимости, потом попали в Европу и стали там знаменитой темой танца смерти на средневековом. Уверяю вас, если бы мы с Урсулой Антонио чувствовали себя бессмертными, мы бы не делали ни половины того, что делаем. Это страшная сила. Если
Смерти нет, человек может застыть в неподвижности, не играть, не танцевать, не рассказывать, не любить. Поэтому, что касается меня, я так и танцую что-то не очень красивое со смертью. Эта истина стара как мир, и вам прекрасно известна. Для католических и православных, богословов по-прежнему сохраняется вопрос, почему же танцевал перед Господом Богом царь Давид? Что его заставило протанцевать, если я сейчас не ошибаюсь, 8 километров на пути следования ковчега? Меня это не вызывает никаких вопросов и сомнений. Ритуальный танец – самая древняя форма общения с богами. Древнее ничего нет. Первобытное племя сутками кружится, танцует. И вы все видели десятки фильмов, это танец. Это танец со смертью, потому что когда человек танцует, он убирает себя. И тогда на место себя может войти то, что позволяет человеку преодолеть одиночество. Бог, дух предка, древнего танца, конечно, это все на самом деле очень близко, рядом. Фламенко, цыгане, Раджастан, это штат Индии. Это одна из самых древних тайн на Земле, и она содержится в танце. Любой танец классический, но в первую очередь традиционный, это способ преодолеть одиночество. Потому что как бы человек рядом с тобой в постели не старался, он не умеет убирать себя. А Бог умеет. И поэтому Урсула как бы не было ей больно или одиноко в жизни, когда она танцует сигирию, и вы все это видите, это даже не нужно комментировать. Она умирает и наполняется чем-то. Этому нет имени. Вы можете называть это любовью, духом. Я называю сегодня это смертью. И она больше не одинока. И мне думается, что это знают любые танцоры, музыканты. Пока мы не двигаемся.
двигаемся и не пытаемся убрать себя для того, чтобы работать. Мы все время остаемся одиноки. Жалуемся друг другу на это. Я выдам страшную тайну. Антонио пошутил прошлый раз. Он сказал: ты думаешь, Саша, Урсула моя жена? Не, не. Я женат на Китае. 20 струф. Я хочу сказать... Есть еще одна причина. Как бы Андреа, как бы Антонио не пытался сыграть на Урсу. У него ничего не получится. Все равно он получит в ответ. Смотрите. Гитара мертва. Она примет все, что скажет ей Антонио. Это зависит только от мастерства его. Мы очень боимся, мы, наверное, боимся танцевать, музыку боимся слушать, я имею в виду в нашей культуре танцевальной. Из-за того, что очень боимся на несколько секунд потерять себя. Потому что для нас отдаться, это значит умереть. Мы не умеем отдаваться друг другу. Я скажу почему. Потому что мы потеряли ту самую традиционную культуру. У нас ее нет. Мы все христиане. И христианство ясно, однозначно и бесспорно сообщает: умри, и ты познаешь Бога. Разве нет? Но мы не хотим и не умеем этого. Для того, чтобы насладиться Урсулой, как зритель, я должен умереть и вместить ее в себя. Смотрите. В некотором смысле, мы же это говорим в повседневной речи, талант актера зависит от того, насколько он может меня захватить. Насколько он может быть, насколько он может меня вытеснить, убить. Если я прорвусь туда, в эту музыку, в это движение, если я смогу убить себя и впустить музыку или Урсулу, я скажу, это нет слов,
Как это потрясающе! Я не могу этого передать. Я расскажу почти о просветлении. Я могу сказать, что для меня такие танцы, как фламенко, это танец вообще, скажет Татьяна Петровна. Это всегда распятие. Зачем оно нужно? Зачем нужно искусство? Ну, для того, чтобы зритель в зале мог ненадолго умереть. Это последнее убежище. И мы говорим, да, я сегодня был в концерте, это экстаз, оргазм. Что это значит? Это значит, что на концерте были моменты, в которых не было меня, моих размышлений, проблем, тревог, бед. Ничего не было, была пустота, и мне музыка, и песня, и гитара. Композиция, которая сейчас исполнит Антонио, Сильяна, называется Джек Дебе. Джек Дебе. Это не идиома романа? Это цыганский язык, роман. И significa un dios. А называется, в переводе на наш язык это называется Бог. Yo soy cristiano. Я христианин. Por educación y la religión. По воспитанию, по традиции, в которой я здесь. Y este tema lo compuse para un gran amigo mío, gitano y musulmán. А эту композицию я написал со своего очень близкого друга, который является цыганом, он цыган и мусульман. Yo pienso que es lo más natural y lo más normal que yo pueda ver a una persona, aunque no sea de mi raza y aunque no sea de mi religión. Я убежден в том, что это самое естественное, самое нормальное чувство, что я могу любить человека, глубоко любить человека, который не из моей, не из моего народа, не из моей традиции. Это абсолютно естественное чувство. Tenemos tiempo, señor, que corremos, en lo que estamos. Но в наше время, в котором мы сейчас живем, es muy importante очень-очень важно poder querer, что мы могли любить hacer que no sean exactamente como nosotros. Porque тех людей, которые не совсем такие, как мы. Потому, почему? Porque es el mensaje de esa energía que nosotros le llamamos energía de amor, pero que en realidad es la energía de Dios. Почему? Потому что это как раз и есть эссенция того послания, той мысли, той великой энергии, которую мы называем энергией любви, но на самом деле это энергия Бога. Y hoy Alejandro, y Alexander Segura, le estoy muy agradecido, я очень ему благодарен, porque le da un sentido más, он еще больше смысла дает, a esta pieza que yo compuse, он дал, я открыл для себя еще больше смысла в этой композиции, которую я сам сочинил, но через слова Александра я еще один пласт музыка открыл себя, поэтому я ему очень, очень благодарен. Thank you.
Ну, я, у меня есть любимый прием, тоже индийского происхождения. Есть некоторые школы, которые считают, что вот тут в углах скул у человека есть тут болевые точки, да, знаете, вот если пощупаете. Они считают, что в этом месте есть мистические уши, интуитивные уши. Ну вот это просто за уголками скул вот здесь. Да. Там, как правило, это же анатомия. Я не буду щупать каждого из вас. Ладно. Как бы, там, как правило, располагаются нервные узлы. Я хочу сказать, что дело не в этом. Дело в том, что я просто советую хотя бы иногда, когда вы слушаете музыку, особенно такую потрясающую музыку. Послушать, представить себе воображение, что вы слушаете ее этими мистическими ушами. Как бы такой вот специальный вход для мистического звука, понимаете? Говорят даже, что если человека слушать этими ушами, он не сможет тебя обмануть, ты будешь слышать то, что он хочет сказать на самом деле. А еще я хотел сказать спасибо Антонио. Он теперь мой любимый гитарист из живущих. За исключением тех звуков, которые мы ловим в эфире. И что, начав с мандаринчика и закончив этими жуткими вещами, я пытаюсь сказать потрясающую оригинальную мысль, которую мы не очень просто, наверное, умеем относить к своей жизни и воспринимать буквально. Да, это мысль о том, что любовь и смерть – это одно и то же. Танец. Он ведь об этом. Практически любой. Просто мы, наверное, все, ну как-то оказались в таких временах, когда эти мысли, которые были тысячелетиями очевидны для людей, надо снова как-то расшифровывать и музыку, и танцем, и словами. Кто дальше? Татьяна Петровна? Ну, да, я могу сказать. Татьяна Петровна, извините, кто не знает, это директор этой школы танцев, который любезно нас принял. И она, конечно, мастер классического танца, поэтому представитель, да. Еще одной очень важной для на самом деле для нас культуры. Да, ну, можно я встану, потому что сидя неудобно. Артист балета не может сидеть, ему нужно обязательно двигаться. Моя профессия – артист балета. С 10 лет я уже в профессии. А второе, как бы, вернее, это высшее образование – это уже балетмейстер-педагог. И поэтому, видимо, я потерплю
доктора Данилина в том, что действительно мы должны себя выражать чем-то и впускать энергию, возможно, Бога или просто энергию, впитывающую все, что есть вообще в нашем мире. И мне кажется, что вот есть люди, которые могут выражать себя словами. Они говорят и чувствуют, что они могут этим что-то дать людям, другим. Кому-то уже мало слов, и они хотят петь. И тогда мы слышим звуки очень красивого голоса. Кому-то не нужны ни слова, ни звуки голоса, а просто нужен инструмент, как Антонио с гитарой, или скрипка, или любой другой инструмент, которым человек может владеть. А кому-то вообще ничего не нужно, а нужно только свое тело. Это наш инструмент, это инструмент Урсулы. И любого танцовщика, который владеет своим инструментом. Но вы понимаете, чтобы овладеть вот этим инструментом, наверное, нужно действительно умереть. Потому что когда мы имеем свое тело, оно все равно уже как бы воспитано каким-то определенным образом мышления, какими-то поступками, действиями или нашими предками, которые вложили в нас генетику или еще что-то. И поэтому, когда ты начинаешь вдруг пускать другую энергию, то ты отказываешься от всего того, что есть в тебе. И тогда вот это и есть тот ритуал, извините, можно я возьму? Да. Вот это, наверное, тот ритуал, который производили наши предки, чтобы изгнать дьяволов, изгнать какие-то ненужные мысли и быть открытым для доступа к энергии свыше. И, ну, к сожалению, я не верующий человек, да, так повелось. Но, понимаете, я все время верю в то, что эта энергия существует. Я ее определяю по-своему. Потому что если я сейчас не отпущу себя и не открою для того, чтобы в меня вошло что-то необычное, то тогда ничего не произойдет. Вот давайте мы сейчас просто, как маленький эксперимент, это очень просто. Возьмите и замкните перед собой руки кругом. Просто круг. Затем возьмите этот круг и поднимите вверх. Это тоже круг. А теперь разомкните его и раскройте. И опустите опять вниз. И вот сейчас мы с вами сделали просто классическое па, которое называется первая форма пордебра. И вы даже не заметили, что вы уже сделали профессиональные жесты. По классику пордебра. Можно я вас попросить? Да. Самый древний символ вселенского древа. Это вселенское древо в одном человеке. А в цигун есть замечательное упражнение, которое я просто не могу вас не перебить, потому что оно на самом деле очень простое. Смотрите. Делаем мы вселенское древо, поэтому мы закрываем глаза, у нас над головой луна. Поднимаем руки, берем луну. Медленно опускаем ее вниз. Делаем вдох, расправляем веки. Делаем выдох, поднимаем. Она же там на земле валяется, и надо как-то держать. На вдохе поднимаем луну. Теперь мы властелины луны. И мы можем луну опустить, например, в любое болящее место. Ну, скажем, на сердце. Мы можем взять луну
и встать по руке. То есть медленно опустить ее на голову. И это успокаивает, потому что вы умираете. Место ваших тревог, страхов занимает Луна. Правда? И вот вы стоите, дышите Луной, и вместо головы у вас Луна. Счастье-то какое, вы себе представляете? Я, знаете, почему не выдержал? Не выдержал. Да, да, и вмешался речь Татьяны Петровны. Потому что, в общем, вот традиционная культура, и это я все-таки скажу. Я скажу, потому что... я не знаю, обидится у меня, не обидится у меня Урсула. Просто я, в общем, мне в жизни с разными людьми приходилось работать. С актерами балета тоже. И, в общем, не каждый создал свою школу танцев, как вы понимаете. Поэтому честь и хвала Татьяне Петровне. И мне кажется, ну это мы, я, конечно, как все мужчины, я же не могу не быть влюбленным в Урсулу. Я бы влюблен, конечно. Но то, что благодаря тому, что она меня убила, смотрите, это же общепринятая терминология, правда? Ничего такого. Я в ней чувствую, потому что если она меня не убила и я не влюблен, я этого не чувствую. Я в ней чувствую мучительную нехватку других языков. Не иностранных. А символических языков. Все дело вот в чем. Я пытаюсь все время объяснить, что танец для человека, который отдался танцу, это всегда молитва. А это значит, что человек непрерывно получает какие-то послания от Бога. Я хочу сказать, что это буквально. И если человек не концентрируется на этих посланиях, не умеет передать их ничем, кроме танца, у него вовне танца, в те моменты, когда этого состояния нет, внутри образуется очень много пустоты, тревоги, страха, в общем, огромного количества вещей, которыми не с кем поделиться. Но не с кем, не потому что нет близких, а потому что не хватает языка. Я, в общем, считаю, что приходит некоторый момент в жизни, когда танцующий человек, кто такой был танцор, мы вообще говорим о очень древних людях. Это инструмент кого? Как мы его обычно называем? Шаман. А задача шамана – общаться с этим миром, общаться. И когда человек вот в профессиональном танце фактически работает шаманом, но не умеет выражать это послание чем-то, кроме тела, я поэтому дополняю Татьяну Петровну. Я, с вашего позволения, не буду там,
чувствовать, что я чувствую. Да? У него образуется целый ряд внутренних проблем. И тогда становится необходимым учиться чему-то еще. Рисовать то, что ты чувствуешь. Я помню, как меня там, забыла, называется скрипка Энга. Великий художник Энга еще играл на скрипке. И это стало метафорой странной истории. Наш великий пианист Николай Рихтер рисовал. И никогда не считал, что он великий художник. Просто дело в том, что его руки на, как руки Антонио, его руки на рояле танцевали. Он получал что-то. Если он в другом языке, не в языке, а своего танца, своих рук на рояле, как-то не мог этого выразить, оно начинало сводить его с ума. Он об этом говорил. Там есть письма, кому интересно это изучение. И это необыкновенно важно. Потому что, да, вот это, мы этого не очень понимаем, мы все время, мы можем это в танце почувствовать, но в реальной жизни мы требуем от близких абсолютного понимания, то, чего они нам дать не могут. Ну не могут, потому что они ограничены вот этим самым эго, которое, в общем, нельзя увидеть на совсем, потому что в реальной жизни оно нужно. И для того, чтобы вот как-то с этим чувством одиночества работать, нужно учиться выражать что-то, какую-то информацию, чувства, мысли, которые ты получил в своем ритуале, танцуя, играя на рояле. А рисующий Рихтер абсолютно не похож на Рихтера за роялем. Это совершенно другое эмоциональное ощущение. Годится иногда, я одну свою балетную, ну как-то я скомбинить не удалось, как-то, это простейший совет, я же не знаю. В общем, у меня была одна дама, в течение возраста переставшая быть актрисой балета, она пыталась некоторое время работать водителем. Да, да. Ты что, Саня, хорошо, делай что-то, да, человек? И там ее, в общем, личная жизнь развалилась до такой степени, что я даже рассказываю. А. Поскольку у артистов балета вообще свои трудности с личной жизнью, потому что с 10-летнего возраста очень близкий контакт с тем. Ну, это 18. Мне удалось с большим трудом, потому что танцующие люди этого не хотят. Вести дневник, каждый вечер записывать те чувства. Которые напали на нее. И в танце она пыталась для себя танцевать. Как только она стала записывать эти чувства, у нее. Ну, в общем, выяснилось, что они, эти записи ее как-то естественным образом рефлексируют.
Не, она не стала поэтом, и я не знаю, опубликует ли она когда-нибудь этот свой дневник, но возник совершенно потрясающий дневник видений, такой как полупоэтический. Я читал какие-то фрагменты, которые она мне разрешила, но она просто очень давно видит этот странный дневник. Как, да, ну какой смысл шамана танцевать, если он не скажет племени? Ничего же он узнал от предков, от Бога. Должен быть какой-то способ сказать племени. Если человек, понимаете, вот если человек остается без некого танца, он не понимает, что значит отдаться. И вообще, очень трудно почувствовать эту интуицию. Но если он эту интуицию получил, ее надо выплеснуть людям как-то. Потому что иначе она начинает буквально сжигать. Я страшная зануда. Антонио, можно ты сыграешь? Очень часто артисты. Bueno, muchas veces no. Yo creo que casi todos los artistas, sobre todo músicos. Не часто, думаю, что всегда. Артисты, но прежде всего музыканты. Tenemos fases. У нас есть фазы, периоды. Desesperadas. Безнадежные периоды. En las que recurrimos. Когда мы проходим... А drogas. А, когда мы начинаем принимать наркотики. Porque te ayudan. Они тебе помогают. A entrar en ti. Войти в тебя самого. Porque no encuentras el camino. Потому что ты другого пути уже не знаешь. Они помогают убить себя. Ты понимаешь, что это нужно сделать, но не знаешь как. Ты sabes que tienes que hacer, но no sabes cómo. Exactamente. Yo he tenido la suerte. Я имел удачу, имел счастье. De poder llegar a esos momentos. De encontrar un camino para llegar a esos momentos. Que я все-таки нашел тот путь достичь эти моменты или. Cada vez más he encontrado ese camino. А что я научился все-таки находить этот путь, входить в эти моменты. Esos momentos para llegar a esos momentos. Он все-таки нашел для себя путь. De muerte como de. А путь момент входить в эти моменты смерти. Simplemente. Просто. Por la vida, por lo que me da la vida, por los momentos que me da la vida. Он научился это делать por las vivencias que me da la vida. Через обычные, будничные, жизненные вещи, которые ему дают жизнь сама. Я, можно, еще одну вещь скажу для вас. Okay. Я надеюсь, вы будете слушать вот этими ушами. Yo espero que vosotros escucháis con nosotros este. А вообще во всех традициях духовных и в наших тоже. А, есть такая главная, вот в центре. На кончике этого лезвия, непосредственно этого, потому что это ритуальный предмет. Оказывается, такое понятие, как бдительность. Бдительность, вот самое главное, да, опьянение, алкоголь, наркотик. Это способ смерти, а главное в духовном состоянии почувствовать, что оно не пустое. Там появляются
очень-очень тихие, незаметные образы, сигналы, голоса. А их надо... Сурки, Салеванка, Мунна, Слава, Госбафута, Гунт Минцах. Учителя... Минцахэ. Тропизма, молчальники. Учителя исихии. Учителя медитации. Учителя вон. Скажет по поводу танца в первую очередь. Что нужно было царю Давиду? Бдительность, бдительность. Как возникли псалмы Давида? Он был бдителен в танце, и из этой точки возникла великая поэзия псалмов. Если ты говоришь себе, а это очень трудно сделать актеру. Я шаман. Я вот уверен, что правда. Правда, правда. Что из Урсулы можно сделать великую целительницу. Я так чувствую. Но может быть это связано с моей иллюзией, потому что я врач, конечно. Но для этого важны не мои слова. Для этого важно, чтобы она в своем танце уловила эту возможность в себе. Помогать. И доверилась ей, доверилась голосу Бога, который она слышит, несомненно, потому что иначе она бы не смогла так танцевать. А как только человек начинает это чувствовать, в том, что танец, балет – это не набор технических движений, это самая древняя мистерия на Земле. Как только он начинает как-то переводить что-то, что теснится в голове, не дает спать, в слова, музыку, собственную музыку, живопись. Как вам сказать, сразу вот этот момент удивительный возникает, потому что этому процессу любой наркотик будет мешать. Не помогать, а мешать. Невозможно, не знаю, выпить водки и оставаться бдительным к внутренним ощущениям. Вот в чем. Поэтому вы тоже можете сейчас попробовать вот быть бдительными к тому, что открывается вам. Ну просто попробуйте смотреть на Урсулу и Антонио, а слушать себя. Если попробуете послушать этими ушами, поделитесь ощущениями.
скажу два слова. А скажите мне, господа, что значит шаль и танец с шалью вообще? В чем его символическое значение? Ну, что вы в нем чувствуете? А? А партнер Урсулы, видите, у Антонио жена гитара, а у Урсула, у нее в мужьях Господь Бог, так что это другое. А раз она шаман, да? Я хочу сказать, что... Да нет, конечно, ну, в смысле, можно относиться к этому и так. Место партнера. Но на самом деле, так как все это, в общем, ну, на треть содержит в себе классический индийский танец, ну, правда, северный Индии, то я вас уверяю, что шаль – это майя, понимаете? Это мир иллюзий, который опутывает танцора. Это самое древнее символическое значение платка или шаля. Когда она смотрит сквозь шаль, она вся запуталась в иллюзиях. Когда она выглядывает из шали, она показывает себя настоящую. А цыганка или индийская женщина, когда крутит шалью, она что делает? Завораживает. Ну, на самом деле, она что делает? Она соблазняет и обманывает. Манит. Потому что когда заманит и дастся в руки, то выяснится, что в общем она совсем другая, чем в танце, правда? А это она крутит иллюзии о себе, приоткрывая какие-то черты себя. Это как бы самое древнее значение шали, вуали, платка. Это вот та самая истина, да, что человек должен научиться смотреть сквозь майю, сквозь иллюзию. Она это умеет, а зритель, который смотрит на Кармен, нет. Да, и шалеет. Правда? Правда? Видите, великий, как говорил Александр Иванов когда-то, велик могучим русский языка. Жалеет. Жалеет. Ответ не переведешь, кстати. Можно Урсула скажет пару слов? Конечно. Я хотел сказать, что почему я позволяю себе вообще все это комментировать. Потому что мне кажется, понимаете, какая штука? Существует внутренний отрыв танца от... вот этих его древних, тайных, магических смыслов. И если сам танцор или гитарист это понимает, это добавляет ему внутренней глубины и красок. Поскольку... все дороги ведут к храму. И... мы всегда хотим чтобы наши стихии услышал Бог. Мы всегда хотим, чтобы наши песни понравились всем. Мы всегда хотим почувствовать себя, если не Богом, то по крайней мере Бога в себе. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Yo quería decir que el mantón en la tradición de la mujer española
Я хотела сказать, что шаль в традиции испанской женщины. Es como totalmente lo que ha dicho el profesor, es un símbolo de. Это да, то, что сказал Александр Геннадьевич. Algo que da calor. Что-то, чтобы себя закутать, то, что дает тепло. И que con el tiempo se ha ido transformando, pero también en su inicio es во время все un trozo de tela, изменялось, hijo, изменялось, но с самого начала это просто было кусочком ткани, la parte a ti, del frío, защитить себя, твоего ребенка, para ponerte guapa, привести себя в порядок, сделать para en algunas culturas también para taparte el pelo, в некоторых культурах. Entonces, este objeto tiene mucho significado para la mujer. Y este objeto, так скажем, он имеет очень много значения для женщины. Con la técnica del baile, lo que hemos hecho es buscar diferentes posibilidades que en realidad no expresan nada, simplemente busca la estética, ¿no? То, что мы сейчас делали в танце, то просто искать разные возможности, играть с платком, с шалью. На самом деле там особого значения нету, это просто поиск красивых эстетических движений. Busca la estética, la belleza. Красота. Pero se puede utilizar para expresar algo también, ¿no? Ya no solo el hecho de hacer así y cómo se hace eso y cómo, sino si lo utilizas con un sentido y con un sentimiento y con una expresión, puede significar todos los caracteres que existen en el flamenco. Puedes hacer algo alegre, puedes hacer algo triste, puedes solo con este elemento. Y на самом деле, как бы, с одной стороны, да, это просто красивое движение, красота, а с другой стороны, зависит от того, как ты это делаешь, что вкладываешь в эти движения, он может выразить абсолютно все. И глубокую грусть, и радость, только вот кусочком ткани, да, с шалью. El bailarín o el bailador tiene diferentes instrumentos para expresar los diferentes sentimientos. И танцор имеет в своем наборе очень разные инструменты, чтобы выразить абсолютно разные чувства. La castañuela. Например, кастанеты. El abanico, веер, la bata de cola, то юбка со шлейфом, el mantón, и вот шаль. Ну, может. Pero en definitiva es una debe ser no solo técnica, sino debe ser una extensión del sentimiento que quieres expresar de tu cuerpo. Но на самом деле это de ti misma, ¿no? Не просто объект, это как продолжение тебя самого, что ты хочешь. То есть это то, что ты хочешь выразить этот твой инструмент. Una ayuda, algo que embellece, algo que engrandece. Ya no solo te quedas con tu cuerpo, sino que tienes algo que lo hace más grande todavía. Ты остаешься не только своим телом, а то, что как бы продлевает тебя и помогает тебе выразить эти чувства. Вот ведь есть некая, на мой взгляд, не то что беда, особенность. Мы как-то оторвали понятие красота от понятия Бог. Это для нас разные понятия. Ну, просто красота. А для меня старого, ну, видимо, чем старее, тем хуже. Женщина, которую я считаю красивой, богиня. А мне кажется, что мы, вот как только, может быть, не всегда, может быть, иногда, танцору или танцующему просто человеку нужно вспомнить о том, что это что-то такое куда большее, чем просто шаль,
son iguales, siempre se tienen que acordar que no es solo manto, es mucho más que es un manto. Ну, это я не настаиваю на своих мыслях, я просто, ну, я их просто думаю. Ну вот, например, кастанеты. Я так хочу попросить Урсулу, чтобы она хоть кусочек показала поближе, потому что на сцене это очень далеко. Но, в общем, вы же не можете не понимать, что кастанеты... Это гипноз. Самый настоящий гипноз. Самый настоящий гипноз, точнее говоря, транс. Ну а зачем они еще нужны? Правда? Как бы... Я про что? Я про то, что кастанеты, ну, гипноз, да? Ну, гипноз же просто так быть не может. Он должен быть зачем-то, он что-то внушает, пускает. Что? Красоту, значит, Бога. Это на самом деле тоже ведь барабан. Там-там. Правда? Самый древний ударный инструмент. Для общения с кем? Ну, с богами, конечно, или с духами, или для вхождения шамана в это состояние.
Ну что ж, я хотел сказать, что, во-первых, через полчаса у Урсулы и Антонио назначена небольшая тренировка. Оставайтесь, если хотите. Я сейчас узнаю, смогу ли я остаться. А во-вторых, вот это... Как вам сказать? Это очень важно, не только когда мы сами танцуем, но когда мы смотрим балет, и особенно когда мы смотрим традиционный танец, мы должны чувствовать, вот когда мы себе говорим, это священодействие. Я сейчас, извините, как-то спонтанно начал камлать. Ну, я очень люблю звук кастанет. Да. Вот. Очень хорошо. И если мы это чувствуем, мы начинаем танец воспринимать совершенно по-другому, и звук воспринимать совершенно по-другому. Потому что это... И актер, я считаю, должен обязательно это чувствовать, что он не просто танцует, он связывает публику и Бога. С тем самым Богом общим, у которого нет имени. И я много раз об этом говорил, у нас когда передачи, я почему-то говорил это на примере Марисы Эшера. Я могу сейчас сказать, вы это просто видели, потому что на самом деле главное и самое древнее движение – это движение по кругу. Вот когда Урсула начинает круговое движение и звучат кастанеты, вы оказываетесь в каком-то невероятно древнем кругу. Он на самом деле встречается гораздо чаще, чем кажется. Но на самом деле цирковая арена – это мистическое место, место мистического действия. Мы об этом забыли, поэтому все меньше и меньше трепета, да, испытываем по отношению к цирку. А цирк – это место, где совершаются чудеса. Правда, чудеса? Поэтому я это к чему? Я это к тому, что мне бы очень хотелось, это вот это у нас, по-моему, мне кажется, у всей компании еще в прошлую субботу родилось. Я бы очень хотел, чтобы... Вы сохранили это чувство о том, что танец – это не просто танец, это связь с вечностью. Поскольку для преодоления смерти надо сначала умереть. Научиться умирать. Поэтому, ну вот, наверное, больше я уже не буду мучить ваше внимание. Спасибо большое, Урсула, спасибо большое, Антонио, спасибо большое, Татьяна Петровна. Давайте отпустим их на небольшой перерыв, ладно? Я только хочу сказать одну вещь, и Урсула тоже хочет сказать.
Úrsula acaba de decir, hemos aprendido todos. Sobre todo, Úrsula y Juncal. Nos vamos a llevar muchísimo de este viaje. Мы привезем домой очень много из этого путешествия. Hemos llegado aquí. Мы приехали сюда. A un país. В эту страну. Que no conocíamos. Которую мы абсолютно не знали. Y hemos vivido unas cosas. Hemos vivido unos momentos que nos van a dejar marcados para toda la vida. У нас были здесь моменты, мы прожили такие моменты, которые останутся на всю жизнь наши. Мы их не забудем. Они как бы... Маркады. Маркады, которые мы будем вспоминать всю нашу жизнь. Sí, no, sobre todo que he encontrado una gente, una población, unas personas con mucha profundidad humana. Я встретила... Прежде всего, что я хочу сказать, pensaba que aquí en Rusia solo hacía frío. Я всегда думала, что в России только холодно, но встретила людей с неимоверной глубиной, с человеческой глубиной. Y me encuentro que hay personas muy, que hay mucha profundidad. Que действительно que hay un lenguaje común. У нас есть общий язык. En la mirada, en во взгляде. En el lenguaje, aunque sea totalmente diferente, español y ruso, pero me siento comprendida y siento que la gente me entiende muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo. Espero que no sea la última vez. Я надеюсь, что это не последний раз. И que sea solo el comienzo a... Это только начало a una unión, ¿no? De... Нашу... De España. Соединение España y Россия. Y para que eso haya podido ser posible, чтобы это стало возможно, le tenemos que dar las gracias a Victoria. Я не должен благодарить меня. Que ha trabajado incansablemente para. Трудно переводить это сейчас про меня. Para que este momento. Я работала очень много, не останавливаюсь, что в этот момент. Y le queremos dar las gracias a Tatiana. Спасибо, Татьяна. Porque es una persona con una energía. Energía. Una energía, como te dije a ti antes también, con una energía muy, muy, muy especial. Que esa energía. No solamente es de materia de aquí, de la realidad del mundo, sino es del más allá. Y nos va a dar muchísima fuerza. Y nosotros espero que le podamos dar también fuerza a ella para seguir adelante, porque todos tenemos que seguir adelante y vamos a seguir adelante. Выразил то, что здесь произошло и что выразить невозможно. Ver el nudo y ponerlos y ponernos todo en una bandeja. Ahí lo tenéis. Amor. Он просто положил нам все на поднос и вот оно здесь для вас. Да.
Кушайте, пожалуйста, приятно. Ну, мы должны же сказать в заключение, должны, что мы будем трепетно ждать момента, когда вы вернетесь. Что вам еще остается?